Депутаты законодательного собрания Ямала внесли поправки в закон автономного округа об административных правонарушениях. Согласно внесенным изменениям, выброс мусора в непредназначенных для этого местах повлечет с собой наказание в виде штрафа от 1000 до 2000 рублей. Это для граждан. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сумма штрафа в разы выше – от 10 до 30 тысяч. Аналогичное наказание предусмотрено и за сжигание мусора на улице, в скверах, парках и иных, не предназначенных для этого, местах.